Как показывает практика, потеря бдительности продолжает оставаться главной причиной хищения личных сбережений граждан. Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу с заявлением о пропаже денежных средств недавно обратился 55-летний местный житель. Как выяснили прибывшие на место сотрудники следственной оперативной группы, после общения с представившимися работниками службы безопасности, финансовой организации и мошенниками, он лишился 750 тысяч рублей. Аферисты звонили мужчине с различных номеров, в том числе начинающихся на цифры 8495, 8499. Как и в большинстве случаев, они сообщили, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Войдя в доверие, лжесотрудники банка убедили майкопчанина перечислить накопления на специально подготовленный для него безопасный счет. Введенный в заблуждение, потерпевший, не теряя времени, направился к ближайшему банкомату. В итоге он потерял все сбережения. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело. В рамках операции МАК-2022 сотрудниками полиции Адыгеи продолжается проведение комплекса оперативных мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота запрещенных веществ. В Токтамукайском районе в ходе совместных мероприятий с сотрудниками патрульно-постовой службы и оперативниками ОНК задержан 41-летний ранее судимый житель города Краснодара. Стражи правопорядка изъяли у мужчины сверток с неизвестным порошком. Эксперты-криминалисты провели необходимые исследования и вынесли заключение, что им является мефедрон. По данному факту дознанием возбуждено уголовное дело. В Геогинском районе сотрудниками уголовного розыска собраны материалы в отношении 56-летнего местного жителя. В ходе проверки полученной информации в домовладении подозреваемого сыщики обнаружили пакет с высушенной растительной массой, которая в настоящее время направлена на экспертизу. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния. Кроме того, в Республиканском центре оперативники профильной службы полиции и госавтоинспекторы задержали 31-летнего жителя Майкопского района. У него сыщики изъяли полиэтиленовый пакетик с запрещенной солью.